Друзья, всех приветствую. Я Маргарита Шипила. Сегодня мы с вами встретились по поводу компании BigSub, для того, чтобы вы узнали, как можно здесь заработать довольно-таки приличные деньги. Речь пойдет о больших суммах. Сразу морально настраивайтесь, если кто еще не поселил у себя в голове хорошие, достойные суммы. Говорить будем о компании BigSub, о ее возможностях, ее преимуществах, что надо будет сделать для того, чтобы заработать и сколько. Будем ориентироваться как минимум на 1 000 000 рублей, потому что на более мелкие суммы, ну, можно ориентироваться, конечно, но, как говорится, планку возьмем такую приличную. Здесь, конечно, 1 000 000 это, ну, как сказать, цветочки, да, в маркетинге BigSub это 1 000 000, это такие цветочки совсем маленькие-маленькие. А здесь можно заработать гораздо крупные суммы, но я еще раз повторю, будем ориентироваться как минимум на 1 000 000. Я думаю, каждый из вас, который сегодня пришел к нам на встречу, ну, мечтает иметь хотя бы 1 000 000 или там парочку миллионов у себя на балансе. Итак, поехали. Сегодня будем говорить о компании BigSub и что она из себя представляет. Это современная онлайн-платформа для создания прибыльных источников дохода на основе партнерского маркетинга и постмайнинга. Миссия компании довольно-таки хорошая, мне она очень нравится. Компания пришла, чтобы занять лидирующую позицию в нише сетевого маркетинга. То есть это индустрия MLM. У нее есть цель объединить людей с активной жизненной позицией, чтобы у них все было хорошо и чтобы они могли вдохновлять остальных на покорение новых вершин. Она поставила себе цель быть надежным партнером и помогать людям добиваться финансовых успехов. Все взаиморасчеты на платформе BigSub происходят в криптовалюте биткоин. Я думаю, многие из вас уже слышали сегодня о том, что криптовалюта – это трендовая тема. В мире существует огромное количество криптовалют, и биткоин является как бы первооткрывателем всего вот этого движения. Это как бы отец всех криптовалют. У него есть преимущества и есть недостатки, как и везде. Нет идеальных людей, нет идеальных технологий. Всегда существуют преимущества и есть недостатки. Но не пугайтесь, недостатки не такие уж страшные, как может вам показаться вот сразу от моих слов. Значит, какие преимущества есть у биткоина, если вы еще не знаете? Это децентрализация. Децентрализация – это то есть биткоин ничей. Если, допустим, рубль принадлежит правительству российского государства, доллар принадлежит, к примеру, США, другие валюты принадлежат другим государствам, и государство имеет право распоряжаться деньгами, как, ну, в принципе, им заблагорассудится, да? А можно напечатать большое количество бумажек, денежных бумажек, и тем самым обрушить всю экономику, к примеру, да? Чем, в принципе, государства и занимаются? Инфляция, она съедает огромное количество наших сбережений, если мы просто храним свои деньги под подушкой. Биткоин же, он ничей, у него нет как бы хозяина, да, у него нет руководителя никакого, нет человека, который мог бы сказать, напечатайте мне вот столько-то биткоинов еще. У биткоина существует ограниченная эмиссия, то есть всего может быть добыто 21 миллион биткоинов, потом он просто закончится. Соответственно, если он ограничен, значит, он не может заполонить весь мир для того, чтобы он обесценился. В этом его преимущество. Он надежный, он анонимный. То есть, если вы имеете свой личный индивидуальный биткоин-кошелек и храните на нем энное количество биткоинов, то никакой регулирующий орган не сможет прийти, арестовать ваш счет, заблокировать ваши карты и как-то вас ограничить. То есть такое невозможно. При использовании биткоина нет посредников. Если, допустим, мы пользуемся рублями, то между нами и, допустим, каким-то человеком
или какой-то организации всегда стоит банк, который будет нас тоже в чем-то ограничивать. То есть, если мы захотим передать кому-то часть биткоинов, между нами не будет посредников. То есть будут только вы и тот человек, которому вы хотите передать биткоины. Отсутствие ограничений по сумме платежей. Вы можете, вот как мы, допустим, делаем переводы в рублях. Если мы переводим 10 тысяч рублей, там, допустим, своим родственникам, мы платим одну комиссию. То есть комиссия зависит от размера перевода. Если мы платим 100 тысяч рублей, мы уже платим больше комиссии. Если мы платим 1 000 000 рублей куда-то отправляем, значит, мы еще больше комиссию заплатим банку. Если вы же будете отправлять биткоины, то здесь не имеет значения, какой размер, какое количество биткоинов вы будете отправлять, комиссию вы всегда будете платить одинаковую. То есть в обменном пункте всегда комиссия одинаковая, она не зависит от размера вашего перевода. Вы можете хоть 1 000 000 отправить биткоинов, хоть один биткоин, комиссия будет одинаковая. И если, допустим, банки у нас ограничивают постоянно в переводах, да, то в последнее время это вообще стало повсеместно. Банки на нас вообще большой-большой колпак одели. То есть они пытаются контролировать все платежи обычных людей. То при биткоин-платежах никаких ограничений абсолютно нет. Это трансграничные транзакции, можно переслать биткоины в любую точку мира, в любую точку страны, куда хотите, туда и отправляете. То есть связывайтесь, допустим, с тем человеком, которому вам надо отправить, договаривайтесь, что вы ему сейчас отправите биткоины, нажимаете кнопку «Отправить», все, биткоины ушли этому человеку. Через несколько подтверждений в сети блокчейн человек получает биткоины. И там он уже сам распоряжается, как ему обменять, на какие деньги он хочет обменять эти биткоины. То есть он, если живет в какой-то стране, он обменяет на валюту своей страны или на ту, которую ему выгодно. Ну и, конечно же, есть преимущества и есть недостатки. Недостаток биткоина в том, что его добывают по протоколу Proof of Work. Что это такое? Это, допустим, стоит большая-большая ферма, то есть такая вот ангар. В ангаре стоит огромное количество оборудования разного, компьютеры, видеокарты, то есть занимает огромное количество гектаров, может эта ферма занимать. Там куча проводов, есть обслуживающий персонал, и каждая видеокарта расшифровывает код. Как только она расшифровывает код, на свет рождается один биткоин. И вот для того, чтобы расшифровать вот эти коды, требуется огромное количество электроэнергии, большие площади, большой обслуживающий персонал и так далее. То есть эта добыча биткоина по технологии Proof of Work, она подходит не всем. Если раньше можно было просто на своем компьютере добывать, то сегодня это уже практически невозможно, потому что добыча биткоина усложнилась, и сегодня могут добывать биткоины, ну, в хороших таких приличных количествах, да, в размерах, уже только держатели больших ферм, больших вот этих биткоин площадей. Поэтому для обычного человека это уже недоступно. Теперь конкретно будем говорить о компании BigSup. Кто основал компанию BigSup? Два молодых человека. Евгений Чаплыгин и Евгений Ежов. То есть это два целеустремленных, молодых, умных, позитивных, креативных. Я могу еще много эпитетов назвать. Короче говоря, два молодых человека, которые занимаются в сфере MLM-бизнеса уже продолжительное время. Есть у них хороший опыт, который они могут передать своим, допустим, партнерам, своей команде. Уже заработали достаточно денег. Ну, денег, конечно, много никогда не бывает, иначе бы на свет не родилась компания BigSup. Но эти люди уже имеют отличный результат в индустрии MLM, в построении партнерских программ. Поэтому деньги заработаны, уже первые потребности какие-то удовлетворены. И у людей, вот у этих парней, встала задача
куда бы еще применить свои, как говорится, силы, энергию и ум свой. Так родилась компания Big SAP. У нее есть свои особенности. Во-первых, это прозрачность системы. То есть в любом маркетинге существует головной аккаунт, который принадлежит администрации. И вот именно этот головной аккаунт, он прозрачный. То есть любой партнер может в своем кабинете увидеть статистику этого головного аккаунта. Для чего это сделано? Ну, во-первых, это фишка компании Big SAP. То есть сегодня на рынке очень много предложений, и администрация, она вот решила, что она хочет именно вот этим вот удивить своих партнеров. Ну и я, честно сказать, удивлена была, когда узнала об этой вот этой особенности, потому что тоже сетевым занимаюсь уже, ну, немало лет, ни разу еще не видела, чтобы администрация открыла головной аккаунт и тем более делилась прибылью с партнерами. Как правило, там, где я работала, и вообще администрация владела полностью аккаунтом, который был головной, и распоряжала средствами по своему усмотрению. Здесь же администрация пошла другим путем. Следующая особенность – это авторский маркетинг. Сейчас мы будем чуть позже рассказывать по маркетингу, я вам буду говорить, и вы поймете, в чем авторский маркетинг. То есть не просто там на коленке созданный маркетинг, раз, два, и там один плюс один, два, а гораздо-гораздо намного интереснее. 100% сеть, есть премиум-клуб для самых активных, автоматизированное обучение, клиентоориентированность и мгновенные выводы. Вот этот пункт «мгновенные выводы» мне тоже нравится очень даже сильно. Потому что там, где не хранятся деньги в системе, намного проще и надежней работать, да, и спокойнее работать. Потому что ты знаешь прекрасно, что твои заработанные деньги в системе не хранятся. Ты можешь спокойно как бы лечь спать и на утро проснуться, и ну, деньги твои никуда не денутся. То есть заработал, тут же вывел, и все, распоряжаешься ими как хочешь. Это вот самая интересная фишка, в принципе, которая вот нравится людям, с которыми мы общаемся. Теперь более подробно. Значит, что включает все авторский маркетинг? Это система распределения аккаунтов, это реинвестируемая линейная и тренарная программа. То есть здесь можно зарабатывать многократно, выполнив однажды работу. Бонус быстрого старта для тех, кто любит быстро стартовать. 7 уровней рангов, 5-уровневая реферальная программа и отчисления в постмайнинг. Для тех людей, которые поставили себе цель зайти в премиум-клуб, для них есть тоже определенные вкусности. Компания Big SAP владеет своей фото-видеостудией. И она предлагает услуги для всех партнеров, которые являются участниками премиум-клуба. Что сюда входит? Это профессиональные фотосессии, это запись видеороликов под ключ, то есть будет полностью разработан сценарий, съемка, монтаж, то есть вот эта видеостудия Big SAP, она полностью делает видеоролик. Те люди, которые, допустим, могут рекомендовать услуги этой фотостудии, они будут зарабатывать комиссионные от 10 до 20%. Также будет персональный лендинг-пейдж, профессиональное онлайн-обучение, доступ к закрытым разделам обучения, персональный менеджер, совместные клубные путешествия и услуги профессионального юриста. И вот этот список, он будет еще, конечно же, расширяться. То есть это только самое начало того, что компания может предоставить участникам премиум-клуба. А премиум-клуб – это у нас, как известно, те люди, которые достигают определенных рангов. Автоматизированное обучение. Сегодня в интернете без обучения практически абсолютно нечего делать. Те люди, которые приходят в интернет, и у них нет системы обучения, они как слепые котята тыкаются, мыкаются в разные стороны, не знаю, с чего начать, потому что информации в интернете очень огромное количество. Еще не каждый сумеет выудить из этого, как говорится, океана информации именно те зерна, которые подойдут именно для него. Поэтому у многих людей не получается в интернете, потому что вот они не умеют самоорганизовываться, не умеют найти что-то для себя там полезное и так далее. И вот для всех и для таких людей в том числе на платформе Big SAP существует Академия Big SAP. То есть в кабинете есть определенная вкладка, где
есть информация и материалы по самообразованию. Человек заходит, открывает эти ролики, прослушивает, смотрит, вникает. Потом есть после каждого ролика тест. Человек может сам себя протестировать, как бы понял он, не понял материал. Не просто так, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, а именно протестировать себя может. Это в качестве самообразования. Также на платформу регулярно приглашаются профессионалы высокого уровня, которые читают нам лекции на разные абсолютно темы. Как создавать бизнес, как продавать, как речь правильно свою выстроить. То есть как там, допустим, социальные сети развивать. Вот у нас совсем недавно прошел шикарный инстамарафон, где мы прокачали все свои навыки по Инстаграму. Те люди, которые еще ни разу не занимались развитием Инстаграма, вот у меня, допустим, была страничка, но я там так зайду, там посмотрю и все. Как бизнес я ее не развивала, ну, для бизнеса. А после марафона у меня появилась шикарная возможность как бы уделить своей странице более пристальное внимание, как, ну, использовать ее для бизнеса, как инструмент для бизнеса. И вот именно вот такие вот интересные разные тренинги, лекции от коучей высокого уровня у нас регулярно проходят. Компания приглашает этих коучей за свой счет, то есть для каждого участника, который приобрел как минимум один пул, вот эти все обучающие лекции и тренинги, они бесплатны. Друзья, вы должны понимать, что вот эти вот коучи, тренеры, да, которые проводят у нас обучающие программы, они берут за свою работу очень большие деньги. Но для партнеров компании BigSup это в бесплатном доступе. Я думаю, каждый человек, который мечтал поучиться у таких людей, он оценит это по достоинству. И теперь мы будем говорить по прозрачности системы. Значит, смотрите, друзья, вначале я вам говорила про головной аккаунт, который имеет открытую статистику. Как распределяются вообще доходы от прибыли головного аккаунта? 60% прибыли головного аккаунта уходит обратно в сеть, то есть возвращается нам, партнерам. Компания пошла на такие меры для того, чтобы нас поощрять за активность. То есть 60% от прибыли головного аккаунта компания возвращает в сеть в виде бонусов и премий нам же, партнерам. То есть получается, что мы зарабатываем не просто 100%, а гораздо больше, уже 160%. Где вы такое видели, чтобы в маркетинге, в какой-либо компании, какого-либо проекта люди зарабатывали 160%? Я такого еще не видела. Видела 90, видела даже 100, но 160 еще такого не было. 30% уходит на обслуживание системы. С этим тоже, я думаю, все понимают, как обстоят дела, потому что сайт это IT-технологии, значит, здесь есть штат программистов, штат людей, которые содержат этот сайт, и на обслуживание системы нужны средства. Это, я думаю, все понимают. И 10% уходит на развитие пользовательского приложения, друзья. Это тоже очень интересная штука, я хочу сказать. Те люди, которые в будущем будут скачивать себе мобильное приложение, будут получать 10% от прибыли компании. Представьте, вы будете получать деньги только за то, что вы скачали мобильное приложение. Я думаю, тоже интересный пассивный вид дохода. Миллионером там, конечно, может быть, никто и не станет, но на какие-то свои мелкие, допустим, задачи всегда можно будет накопить денег. Я думаю, что это очень интересно. Именно так распределяются средства с головного аккаунта, и вы можете прекрасно это все увидеть у себя в кабинете, если вы являетесь партнером компании BigSup. Для людей, которые активны, которые закрывают свои пулы, существует система поощрения, система рангов. То есть тот человек, который закрывает свой первый пул, ему присваивается первый ранг. И он получает 5% от прибыли компании ежемесячно. То есть это тоже некая пассивная прибыль за активность, которую человек проявил.
Вот представьте, вы закрыли один пул, и вам компания ежемесячно будет начислять 5%. Откуда берутся эти 5%? Вот мы с вами сейчас вернемся на слайд назад. Вот это отсюда берется вот эти 5%. То есть вот они 60%, которые делятся на ранги. И вот именно отсюда, с этой суммы, 5% зарабатывают те люди, которые закрывают первый пул. Если вы закрываете второй пул, у вас он закрывается, значит вы уже зарабатываете не 5%, а 8% от прибыли компании. Если вы закрываете 10, третий пул, это уже 10% и так далее. На седьмом пуле 30% от прибыли компании. Естественно, что эти 10%, к примеру, получаете не лично вы, а, допустим, те люди, которые в этом месяце закрыли этот пул, третий пул, к примеру, да, и вот на вот этих всех людей 10% от прибыли компании делится поровну. Представьте, если вы, допустим, один единственный на всю компанию закрываете седьмой пул, и вы получаете по 30% от прибыли компании ежемесячно. Представьте такую ситуацию. Это идет как пассивная прибыль за вашу активность. Я думаю, это шикарная возможность. Для тех людей, которые стали партнерами и пришли сюда зарабатывать, существует вот такая финансовая модель для того, чтобы создавать себе доход. В маркетинге BigSub существует 7 обязательных пулов и 3 лидерских пула. 7 обязательных пулов пройдет каждый человек, потому что его будет двигать сама система. Если у человека закрывается первый пул, система автоматически из дохода вычитает определенную сумму и оплачивает ею второй пул. У человека появляется возможность уже создавать структуру на двух пулах. Если у человека закрывается второй пул, система автоматически также берет из дохода средства на открытие третьего пула. И у человека появляется возможность уже зарабатывать с трех пулов сразу. То есть строить свою структуру на трех пулах. И таким образом система автоматом двигает человека по маркетингу. Это касается 7 обязательных пулов. 3 лидерских пула – это для тех людей, кто по желанию уже, то есть сам принимает решение, что он заходит в лидерские пулы. Я думаю, когда вы узнаете, какие деньги будут вас ожидать в этих лидерских пулах, я думаю, каждый из вас для себя примет то решение, которое поможет ему зайти в эти пулы. Партнер зарабатывает с двух направлений. Есть линейная программа и тренарная программа. Линейная программа – это человек расширяет свою первую линию. Тренарная программа – здесь доход формируется от личных приглашенных. И также здесь есть система переливов, когда люди приходят сверху. То есть на закрытие тренара уже работает команда. Поэтому у человека есть тоже вот два таких интересных инструмента. Он может бесконечно расширять свою первую линию, тем самым у него будут закрываться тренары, а значит у него будет доход формироваться еще быстрее. Можно не расширять свою линию, можно организовать качественно дубликацию в команде. И, допустим, если вы качественно выстраиваете в своей команде систему дубликации, то у вас получится зарабатывать по системе 3 на 3. То есть каждый человек приглашает по 3 партнера. Вы пригласили 3, ваши люди по 3 приглашают и так далее. Если у вас получается именно организовать такую систему дубликации, когда каждый приглашает по 3, то это еще проще, друзья. Но как активный сетевик, я вам всегда рекомендую не останавливаться на расширении своей первой линии, потому что это ваше, как сказать, если сравнить с деревом, это корни вашего бизнеса, фундамент вашего бизнеса, первая линия. Но это вы уже, конечно, сами решаете, как вам строить команду. Как вообще происходит закрытие пула? Вы занимаете первое место в своем тренаре. Когда вы приглашаете своих трех партнеров, они занимают вот под вами места. Если, допустим, вы успели сразу занять своими партнерами вот эту первую линию,
Значит, вы с каждой линии зарабатываете по 0,001 биткоин. Если, к примеру, вы пригласили партнера, сюда ваш партнер встал, сюда ваш партнер встал, а здесь вы не успели, то это место может занять человек сверху. Но вы, тем не менее, все равно зарабатываете 0,001 биткоина, потому что он занимает место у вас в тринаре. Дальше вы приглашаете своего третьего человека. Этот человек встает у вас вот сюда. С этой линии вы будете зарабатывать по 0,003 биткоина. И здесь вот вообще не важно, какие люди будут занимать вот эти места. Это могут быть ваши приглашенные и могут быть переливы сверху. То есть спонсоры ваши работают, команда работает и занимают эти места. Также существует здесь такая фишка интересная. Люди закрывают свои пулы, и когда у них закрывается пул третий раз, то система его может к вам закинуть прям вот в любое, на любое место, куда у вас, где у вас будет свободное место. То есть система будет автоматом после третьего реинвеста таких людей закидывать в первое попавшееся свободное место в тринаре любого абсолютно партнера. Поэтому здесь вот такая существует механика закрытия пулов с помощью ваших личных партнеров, с помощью партнеров вашей команды, с помощью партнеров вашего спонсора и также с помощью партнеров вообще от глобальной партнерской программы BigSup. То есть система именно работает таким образом. После того, как у вас пул полностью заполняется, система вам автоматически открывает точно такой же пул, только он будет свежий, пустой, куда вы можете снова либо приглашать других людей, либо они будут к вам возвращаться после закрытия своих пулов. Вот таким образом закрываются тринары. А теперь давайте перейдем именно к деньгам. Сколько вы можете зарабатывать за закрытие пула? За закрытие первого пула вы зарабатываете чистыми, то есть вот здесь на своих экранах я вам уже показываю чистую прибыль, ту, которую вы можете вывести и потратить. Потому что я вам уже объясняла, что из прибыли, которая формируется за весь пул, вычитается реинвест. И если у вас еще нет следующего пула, система будет вам автоматически прокупать пул. Если вы зашли только на первый пул, значит, из вашего дохода будет вычтен реинвест, то есть активация точно такого же пустого пула, и будет прокуплен второй пул. И на руки, то есть вы уже сразу можете забрать эти деньги, вы получаете 0,009 биткоинов. В рублях это примерно 6300. Я говорю по курсу на сегодняшний день 6300 рублей. Это ваша чистая прибыль, которую вы можете забрать. И еще напоминаю, что эти деньги вы забираете не по закрытию всего пула. То есть сейчас мы с вами опять вернемся на слайд назад. Вам не надо ждать закрытия всего пула. 6300 это общая сумма за вот этот пул. Но вы получаете сразу, то есть вот у вас закрылось место, заполнилось, вам на счет прилетела денежка, вы можете сразу ее выводить. Закрылось место, вы сразу можете выводить. То есть 0,009 биткоина или 6300 рублей это в сумме. Но ждать вам не надо закрытия пула, да? Вы можете сразу забирать свои деньги, которые зарабатываете. Итак, значит, за первый пул вы зарабатываете 0,0009 биткоина или 6300 рублей. За второй пул, закрывается у вас второй пул, вы зарабатываете 0,054 биткоина. Это уже 37 тысяч или даже, если округляем, 38 тысяч рублей. Вы можете все это делать как с командой и работать по системе дубликации. То есть я вам рассказывала, что вы приглашаете 3 человека, ваши партнеры приглашают по 3 человека, и таким образом вы двигаетесь по маркетингу. На мой взгляд, это самая простая система, которую может повторить любой человек. Но если вы активный сетевик, и вам, как говорится, молчать не вмоготу, допустим, я вот не могу молчать, я занимаюсь созданием партнерской сети, расширением первой линии, я занимаюсь постоянно, потому что мне это нравится. Но если вы, допустим, еще не сильно опытный в этом, я думаю, выполнить
программу минимум и пригласить три партнера, вы сможете обязательно. Тем более, если вы будете прислушиваться к рекомендациям наших коучей, наших тренеров, ну и команда вам обязательно поможет. Итого, значит, за закрытие второго пула, за второй пул вы зарабатываете 0,054 биткоина или 38 тысяч на сегодняшний день. 38 тысяч. Это среднемесячная чья-то зарплата. Третий пул. За третий пул вы заработаете 0,1512 биткоина. В рублях это у нас 106 тысяч, друзья. 106 тысяч. И это всего лишь третий пул. Вы зарабатываете 106 тысяч по курсу на сегодняшний день. После третьего пула у нас идет интеграция с платформой Acrona Open Network. О ней я расскажу чуть позже, в конце своей презентации, расскажу более подробно. А сейчас просто скажу некоторые моменты, что после третьего пула у вас идут отчисления в постмайнинг Acrona Open Network. То есть, что это такое? Это параллельное формирование пассивного дохода. Это тот пассив, когда вы спите, а деньги работают. Об этом, я думаю, все мечтают. Когда мы спим, занимаемся своими делами, гуляем, отдыхаем, а где-то денежка капает. Это вот именно вот этот пассивный доход в постмайнинге Acrona Open Network. И начиная с третьего пула, то есть с третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и так далее, здесь уже 10% от вашей прибыли будет каждый раз по закрытию пула отчисляться на постмайнинг. С четвертого пула вы заработаете 0,3627 биткоинов. В рублях это, друзья, 255 тысяч. Это вот уже такие более серьезные деньги начинаются идти. А теперь внимание. Пятый пул. Вы зарабатываете 1 биткоин, 87,74 биткоина. В рублях по сегодняшнему курсу это 1 300 000, друзья. 1 300 000. Если вы работаете в каких-то других проектах, у вас есть свой маркетинг, если вы сейчас смотрите это видео, вы можете сравнить со своим маркетингом и посмотреть за свой пятый уровень, за свою как, ну, ту матрицу или какой там у вас маркетинг. У вас будет выходить такая сумма, то есть 1 300 000 или нет? Получается у вас 1 300 000 с пятой матрицы, с пятой площадки, там, как у вас называется в маркетингах, или нет? Если не получается, если вы зарабатываете меньше, ну, я не знаю, тогда подумайте, возможно, вам надо сменить место работы. Потому что, как говорится, действия мы выполняем всегда одинаковые, но зарплату мы получаем разную. За шестой пул вы заработаете 5 биткоинов с хвостиком, 5,6 биткоинов. В рублях это, друзья, уже вообще существенная сумма. 3 950 000 рублей. На эту сумму вы уже можете купить хорошую квартиру. Вот представьте, вы прошли всего 6 пулов, и вы можете купить хорошую квартиру. И эти 3 миллиона – это еще не вся сумма, которая будет у вас в доходе, потому что у вас еще есть 5 предыдущих пулов, откуда вы будете зарабатывать. И в тех пулах у вас еще работают реинвесты. Соответственно, 3 900 – это еще не вся сумма, которую, в принципе, вы можете здесь получить. И дойдя до шестого пула, вы уже спокойно можете купить себе новую квартиру. За седьмой пул вы заработаете 20 биткоинов, и в рублях это у нас получается 14 миллионов рублей. Ну, я не знаю, за такие деньги, как бы любой человек, в принципе, адекватный, он готов поработать. Потому что, заработав 14 миллионов, ну, сколько вам потребуется времени, я не знаю, ну, там, год, допустим, да? Представим, что вы потратите год на создание вот этого дохода, чтобы дойти до седьмого пула. И вы зарабатываете 14 миллионов. Посмотрите, сколько вы заработаете за год, если вы будете работать, ну, на своей обычной работе, к примеру, да, то за год вы точно не заработаете такую сумму. Здесь вам тоже надо подумать о том, чтобы расставить правильно приоритеты. Там ли вы работаете, там ли вы зарабатываете. Дальше у нас идут лидерские пулы. Лидерские пулы – это, как я уже говорила, по желанию. Здесь нет автоматического перехода по пулам. Значит, здесь человек сам принимает решение, хочет он переходить или нет. И вот давайте посмотрим по деньгам, сколько здесь можно заработать. И если вам эти суммы понравятся, вы обязательно сюда придете.
За восьмой пул вы заработаете 40 биткоинов. 40 биткоинов – это у нас 28 миллионов, друзья. 28 миллионов. Это по сегодняшнему курсу. Есть хорошая перспектива, что пока вы будете идти к восьмому пулу, курс биткоина станет еще выше, и вы заработаете еще больше в рублях, потому что наш доход зависит от курса биткоина. В девятом пуле вы заработаете 80 тысяч биткоинов. Это уже 56 миллионов, друзья. Поэтому я вам и говорила, когда мы с вами только начинали разбирать маркетинг, я вам говорила, приготовьтесь морально к суммам, которые я буду называть. Поэтому, друзья, это все реально. Любой человек, который поставит себе цель дойти до девятого пула и заработать 56 миллионов, он обязательно это сделает. Самое главное – поставить себе цель. Ну и теперь давайте посмотрим, сколько вы заработаете с 10-го пула маркетинга BigSub. 223 биткоина или 156 миллионов рублей, друзья. Шикарная сумма. Я думаю, что тоже любой человек, в принципе, хотел бы обладать этой суммой. Но хочу сразу, эта сумма далеко не для всех. И даже не в плане того, что человек не может дойти до 10-го пула, а в плане того, что не все люди еще могут обращаться с такими большими деньгами. Да, человек может заработать эти деньги. Допустим, если он активный, у него там, допустим, команду он умеет организовать, он может дойти до 10-го пула и заработать эти деньги. Но если у человека нет понимания и нет финансовой грамотности, то эти деньги могут ему, не принесут ему счастья, а даже могут принести горе, если человек неправильно распорядиться такой суммой. Поэтому, когда вы приходите зарабатывать в интернете, в свои проекты, тем более, допустим, в компанию BigSub, вы должны понимать, что пока вы идете с маленьких пулов, вам нужно обязательно финансовую грамотность свою повышать, чтобы морально готовиться к таким деньгам, чтобы они вам принесли счастье. А теперь мы перейдем к партнерству с Acrona Open Network. То есть я вам уже говорила, что после третьего пула у человека начинаются отчисления на платформу Acrona Open Network. Что такое Acrona Open Network? Это криптовалюта AON. Децентрализованная криптовалюта AON. Вот как, допустим, есть биткоин децентрализованный, также есть Acrona Open Network, Acrona. И у этой Акроны очень хорошие перспективы для развития. Обязательно посетите наши информационные встречи именно по этой платформе, где вы узнаете более подробно, что это за криптовалюта, зачем она вообще нужна, какая у нее перспектива, вообще, что с ней делать, с этой криптовалютой. Поэтому обязательно посещайте вот такие встречи. И вот именно с этой платформой Acrona Open Network в компании BigSub есть партнерская вот эта программа, где человек строит активно свою команду и свою структуру на платформе BigSub, и параллельно у него начинает формироваться пассивный доход в виде криптовалюты AON. Эта криптовалюта добывается по технологии Proof of Stake. То есть это цифровая технология. Когда я вам рассказывала про биткоин, я вам говорила, что чтобы добывать биткоин, нужны огромные площади для того, чтобы разместить это оборудование. Требуется огромное количество электроэнергии, то добыча по технологии Proof of Stake, она совершенно не такая. Если у вас есть, допустим, даже смартфон, вы можете уже через смартфон добывать вот эту криптовалюту. Это называется Proof of Stake. Вот такая вот интересная современная технология. Здесь не требуется каких-то особых знаний. Самое главное, чтобы вы умели зарегистрироваться на этой платформе. Естественно, вам надо будет узнать, как пользоваться этой криптовалютой для того, чтобы она приносила вам пользу. Все, то есть каких-то особых знаний, особого оборудования, дорогостоящего, здесь абсолютно не требуется, что очень удобно для любого человека. Когда у партнера BigSub начинает формироваться доход уже на платформе Acrona Open Network, у него включается там партнерская программа. Но сначала давайте я вам скажу, сколько вы примерно будете зарабатывать от своего дохода. То есть от закрытия своих пулов, когда у вас будет идти начисление в Acrona Open Network. Значит, при закрытии 7 основных пулов ваш баланс постмайнинга будет
460 аон или 2300 долларов ежемесячно. То есть это пассивная прибыль. От вас она уже практически не зависит. То есть процесс майнинга работает 24 на 7. Вам не надо присутствовать каждый день на этой платформе, вам не надо там ничего делать. Ваша задача просто запустить этот майнинг, и технология начинает работать. И когда вы закрываете 7 пулов на платформе BigSup, то доход от ваших 7 пулов будет вам приносить 2300 долларов пассивного дохода в месяц, друзья. Если же у вас закрывается 10 пулов, если вы перешли в лидерскую уже, на лидерский уровень, то при закрытии всех 10 пулов ваш баланс будет 48 тысяч крон, либо ваша пассивная прибыль будет 24 тысячи долларов в месяц. Друзья, вот сами посудите, ваша пассивная прибыль 24 тысячи долларов в месяц, то есть пассивная, вы ничего не делаете. Как вам нравится вообще такая сумма? 24 тысячи долларов – это у нас 1 500 000. То есть 24 тысячи долларов пассивной прибыли в месяц – это 1 500 000. Вот сами посудите. Хотели бы вы, чтобы у вас каждый месяц пассивно вам капало по 1,5 миллиона? Я думаю, это тоже шикарная возможность для того, чтобы обеспечить себя, обеспечить всю свою семью на много-намного лет вперед. У постмайнинга есть реферальная программа. То есть вы зарабатываете не только на том, что от ваших закрытых пулов будет майнинг идти, и вы будете зарабатывать. Здесь еще есть реферальная программа, когда у вас будет идти доход от 5 линий ваших партнеров. То есть те люди, которые будут идти за вами, у них точно так же будет формироваться пассивная прибыль на постмайнинг. И вот от 5 линий вниз в глубину у вас будет формироваться партнерская реферальная программа. И в месяц ваш ежемесячный доход в среднем будет выходить 5465 долларов пассивного дохода с 5 уровней в глубину. Вот добавьте еще к тем деньгам, которые, допустим, которые вы будете получать за свои закрытые пулы, у вас еще будет по 5000 с лишним пассивного дохода за реферальную программу, за партнерскую. То есть выгодно, выгодно очень строить команду. Это называется создание резидуального дохода. То есть очень интересная система, которая позволяет однажды выполнить качественно работу и потом получать уже результат. Давайте с вами подведем итог. Какие вы вообще выгоды получаете от сотрудничества с компанией BigSup? Это высокая прибыль, то есть вы будете получать высокую прибыль. Я вам уже назвала деньги, которые вы можете здесь заработать. Вы можете обеспечить себя, свою семью на много лет вперед. Вы можете заработать и создать капитал для осуществления, ну, практически любой своей мечты, любой абсолютно. Вы получите качественное обучение, вас будут окружать высококлассные специалисты, будете посещать конференции в России и за рубежом, будете иметь возможность развивать свое дело из любой точки мира и получать постоянную поддержку и полное сопровождение в ведении бизнеса. То есть, друзья, все очень серьезно. Что вам надо сделать прямо сейчас, чтобы стать частью команды? Выбрать пул, с которого вы хотите начать свой старт, обратиться к человеку, который вам показал эту информацию, который пригласил вас на сегодняшнюю встречу. Он вам обязательно поможет зарегистрироваться, активировать свой пул, свой кабинет, все покажет, расскажет, и вы начнете зарабатывать и строить свой бизнес. Поэтому начните свой путь к достижению цели прямо сегодня. Не откладывайте на потом, потому что жизнь штука непредсказуемая. Иногда она такие сюрпризы нам подкидывает, что мы потом хватаемся за голову и говорим, почему же я вчера, допустим, не сделал то-то и то-то. Поэтому, чтобы не жалеть потом и не кусать локти, принимайте решение прямо сегодня. Обратитесь, еще раз скажу, к тому человеку, который пригласил вас на эту встречу. Задавайте вопросы в нашем чате обязательно, не стесняйтесь, потому что самый глупый вопрос – это не заданный вопрос. Задавайте вопросы, пишите, спрашивайте, и будем вместе работать, зарабатывать, как говорится, и становиться счастливыми.
вами была сегодня Маргарита Шипила. Всем желаю добра, здоровья и процветания.